И доброе утро, друзья! Здравствуйте. Приветствую всех, мои хорошие, дорогие люди! И давайте мы с утра вот так вот потянемся, поприветствуем это утро! И со словом «алоха», что по-гавайски означает «доброе утро», мы вот такую охапку возьмем смеха и будем смеяться на букву «А». И приготовились. Вдох. Еще раз вдох. А давайте теперь по-русски. Так, здорово! Да, по-богатырски. Ну-ка им покажем нашу силу богатырскую. Вдох. Здорово! А теперь по-грузински. Гамарджоба! Приготовились? Вдох. Поздороваемся по-кинг-конгски. Кинг-конг. Вот так я. Приготовились. И вдох. И еще раз я и попроскукиваем спинку. И вот слышу, что с утра откашливаемся, и хорошо. И у кого есть желание откашливаться, обязательно это делайте. И приготовить. Ох, простукиваем, простукиваем хорошо, чтобы все ненужные залежи выходили. Тяните, тяните, я просто говорю, а вам нужно выполнять и смеяться, да, обязательно. Да, чтобы полочки не было. Это очень важно. И вот здесь тоже простукиваем. И смеем, да. Да, хорошо, молодцы. И подтянемся хорошо, хорошо вверх. И ручки, смотрите, немножечко вот так назад делаем. Да. Вот постарайтесь, чтобы у вас локти были прямые, не согнутые, прямые. Вот хорошо, хорошо вытянулись, вытянулись, вытянулись. И пошли ручки назад. На носочки сами тянемся. Сами тянемся вверх. А ручки у нас идут вот так назад. Да. И начинаем смеяться. Сколько можем. Локоточки выпрямили. Этой же позе разворачиваемся. Ноги стоят закреплены. Вот представьте, что вы одели такие железные сандали. Вы поставили ноги в эти железные сандали. Вот все у нас закреплено. И только верхняя часть туловища, а ручки продолжаем делать назад и смеемся. И подкашиваясь. Можно помогать. Мячик отбиваем. Хорошо, хорошо. Молодцы. И сейчас тянемся. И будем снимать волшебный плод с ветки дерева. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся.
Тянемся, тянемся, тянемся. Ой, какой-то тяжелый. Отрываем его. Отрываем, веточку раскачиваем. Вот так корпус у нас работает, работает. Тянем, тянем эту ветку. Тянем. Ух! Огромный кокос. И мы начинаем его разбивать. Эх! И берем такой специальный топорик. Чисто. И берем этот кокос. А зрительное молоко. И берем кокосовое молоко. Оно наполняет нас силами. Начинаем вбивать, да, и смеемся обязательно, и прокачиваем наши мышцы наверх, да, вот так, молодость, красоту, фейсбилдинг, да, и метафизику включаем, и прорабатываем, и когда мы улыбаемся, у нас уже щечки наверх поднимаются, да, и мы еще в метафизику включаем, вбиваем наше молочко кокосовое, да. Да, смеемся обязательно. И вот так вот с такими движениями. Наши волосы густые, красивые, крепкие, блестящие, да. Да, красивые, красивые. Пустили ладошки, взяли волосы, о, как красиво. И вот так поработали скальп, вот так, да. Вот так, да. Пошевелили нашими скальпами, да. Я так хорошо разлохматили. Напугали друг друга. А сейчас порядок. Смотрим на себя. Ух ты! Ух ты! Какая красота! И берем телефон и делаем селфи, да? И отправляем друг другу. И побольше записываем себя на видео, тоже отправляем друзьям. А? А сейчас в статус отправляем, как смеемся.
видео ставил статус в WhatsApp. И Телеграм. Я же тебя трезвая 100%. Начинаем растирать хорошо. Да, вот наше кокосовое молочко втираем. Да, и разными щипковыми движениями проминаем, да. Да, надо смеяться. Вот эти мышцы. Девушки, дорогие, вот эти вот мышцы надо обязательно, чтобы здесь не было застойных явлений. Это профилактика нехороших болезней, связанных с грудью, да? Поэтому вот здесь мы реже работаем этими мышцами. Поэтому здесь очень важно, чтобы усиленный был кровоток. И мы помогаем, да. И вот здесь. И как раз убираем эти ненужные тоже залежи от бретелек, особенно, да, остаются какие-то вот кладочки. И мы хорошо это все разминаем. Если в процессе кого-то откашливается, обязательно это делайте. И вот тут бока наши, вот эти тоже хорошо, эти места тоже, да, вот они не нужны, вот здесь, вот, да, жаль, никакие залежи, все убираем, лишние жиринки, да. Так, хорошо, попроминали себя, хорошо. Еще раз холочку, хорошо, холочку пощипали прям. Да. Локоточки назад. Таз на месте, ноги на месте, полусогнутые. И работаем. Только верхний корпус. И разворачиваемся в стороны. Делаем. Наоборот, у нас попки оттопырены, такие курносенькие. И у нас работает только верхняя часть. И делаем развороты. И локоточки пошире. И вот фотографируемся, да. Чтобы у нас был прогиб, чтобы было красиво, да. Хоть мы боком стоим, да. Передом, неважно. Чтобы была вот такая ложбиночка. Поехали, верхняя часть. Четыре, раз, два, три, четыре, соединяем. Таз зафиксирован, только верхняя часть корпуса, в другую сторону. Поточка. Отпущены и поехали. Хорошо, массажик ножки простукиваем. Простукиваем, разминаем. Вверх, да. И хорошо, долой целлюлит. Так, хорошо все. Пругие, красивые, стройные. Хорошо, разминаем. Говорим, мое тело молодое, мое тело красивое, да? Моя кожа гладкая. Моя кожа молодая. Кожа молодая. Красивая. Моя кожа молодая. Молодцы. Проговариваем, смеемся, все делаем с улыбкой, да. Моя кожа молодая. И пойдем. Берем мехомочалку. На нее гель. Начинаем себя хорошо растирать. Попадаем в
мы помогаем корпусу, сейчас у нас все работает. Хвостики, низ спины везде, хорошо-хорошо прокачиваем. И движение такое, как мы твист танцуем, да? И наискосок мочалочка. И выпускаем душу, смываемся. Водненько добавили. Прячу быстрее. Ведро-то готовлю, да, с водой. Оно у нас настаивалось под небом всю ночь, да. Поднимаем его. И желаем всему миру счастья и себе, и своим близким здоровья, счастья. И выливаем. О! Напрягается, рот широко открывается еще. Как мороженое. Еще раз охапку, вдох. И приседаем, растаяли, как мороженое. И еще раз вдох. На носочки стали, задержали. И как мороженое тает, вот так приседаем. Подкашливались, еще вдох. Молодцы, молодцы, да! Мышцы подвигали, пожевали, как верблюд, другую сторону. И проговариваем, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И по шоссе. По шоссе. По шоссе и сосала сушку. Приготовились. Шла Саша. Поехали еще раз. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. И получается, сначала медленно. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. А теперь убыстряемся. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Саша по шоссе, ножки сгибаем тоже.
И сосала сушку. И сосала сушку. Саша, Паша, Се. И сосала сушку. Саша, Паша, Се. И сосала сушку. И сосала сушку. Теперь делаем шла. Саша, тут пуха берем. Паша, Се. И сосала сушку. Шла. Саша, Паша, Се. И сосала сушку. Знаете, когда вы проводите вебинары, когда вы проводите какие-то презентации, делаете записи, какие-то видео, да, может быть, для своих соцсетей. Вот что здесь нужно? Нужно, чтобы артикуляционный аппарат хорошо был, да, разогрет, работал хорошо, чтобы все четко, язык, чтобы не заплетался, не был деревянным, да. И наши мозги должны быстро работать. Что сказать, да, какие-то идеи хватать, чтобы вот антенны наши были, да, вот мы быстренько должны адаптироваться и быть реактивными, и быть вот быстро в ситуации ориентироваться, да, поэтому вот мы и делаем вот нейрогимнастика, она помогает развивать правое и левое полушарие и помогает быстро соображать, координирует это с пальчиками, да, координирует это с речевым аппаратом, а мы не просто что-то проговариваем, мы проговариваем скороговорки, да, и мы еще делаем одновременно пальчиковую гимнастику, все это соединяем, и можно добавить еще и ножки, да, то есть можно добавить какие-то вот полуприседы на одну, на другую ногу, то есть экспериментируйте, чтобы у вас это вот прям вот легко было, хорошо? И поехали, сейчас будем... Ну, давайте еще раз продолжим через хлопок. Шла Саша, Паша, Се и сосала сушку. Теперь через хлопок. Шла Саша, Паша, Се и сосала сушку. Шла Саша, Паша, Се и сосала сушку. Получается, пальчик-зайчик. Шла Саша, Паша, Се и сосала сушку. Хлопок. Шла Саша, Паша, Се и сосала сушку. Хорошо. Электро. Вот у нас электро будут. Электро забодаю, забодаю. Электророжки. И нам сейчас нужно будет соединиться и пропустить электроток через эти ножки, рожки. Ножки, рожки, да. Приготовились, вдох. И нужно, чтобы оба пальчика у нас соединились. Приготовились. Теперь то же самое сделаем с закрытыми глазами. И это уже будет сложнее. Вдох. А теперь зарядим смехотоком. У кого у нас тут окошки открыты? Друзья, залетает все в открытые окошки. Смех, энергия тоже. И поехали. Светлана! А вы мне делаете. И поехали. И двумя ручками. Все, поехали. И друг другу рожки показали. Показали, как там поймали смешинку и друг другу в окошко кидаем. И я. А у кого-то мимо пролетело, в рот не попало. И целились, открываем широко рот. И друг другу в рот кидаем. И я. Ау.
И проверили, сколько косточек помещается. Ну-ка. Пошире, пошире рот. Откашлялись. Так. И широко открываем рот. Кто победитель? Я! И китайцы сюда! И у нас все спрашивают, те, что смешинка в рот попала. А мы говорим, да! А ты давно смеялся? Нет, приходи на нашу смех-энергию, да! Да! И 12 час все тело вибрирует, и попой, ножки, и все тело, все внутренние органы вибрируем, да. Вот как мы, знаете, есть такой прибор специальный, расслабили все тело, вот, и ножки, все у нас работает хорошо, да. И мы немножечко вот так меняем ракурс туловища нашим. Ножки трясутся, у нас такая вот трясочка. Двигаем корпусом в разные стороны, смеемся. В разные позиции смеемся. И цыганочку сделали. И вот так, смотрите. И стали, веревочка вот так ножки скрестили на носочки. И делаем вот такую вот разминочку. Тоже веревочка, тоже из цыганского танца. И у нас стопы в это время работают, да, скрещенные стопы у нас работают. И теперь с крестной. И раз. Другая ножка. Раз, раз, два, три. И приток. На ножка, на ногат. На мотинеу мангею, да. Стала палером, ботинел вангейором. Вдох. Еще раз вдох, силы энергии набрали. И сейчас мы с вами будем прыгать, разбегаться через костер, да. Мы сейчас с вами в цыганском таборе, и мы потанцевали, и сейчас будем разбегаться и перепрыгивать через костер и смеяться. Вдох, побежали, разгоняемся. В обратную сторону. Побежали, подпрыгиваем. И еще раз. Побежали. Побежали через костер. И, конечно, там в таборе есть пони. И ставим одну ножку, другую ножку перекидываем. И поскакали, и лошадь смеется. И мы скачем и смеемся на А, на О. Поскакали, по комнате бегаем. О. 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 О.
любит быть трансты. Но! Да, вот смеемся. Вдох. Выдох. Вдох. Аромалы записали, как мы на лошади скакали, как мы танцевали. И показывают нам на видео, мы смеемся. И начинаем чечеточку танцевать. Отбиваем ножками. Выкашливаемся, кому положено, да, кому хочется. О, зарядились, да. Сколько углей осталось от костра. Мы сейчас будем ходить по этим горячим углям. Разуваемся. Говорим, я все могу. У меня все получится, да. Да. Все получится, да. Да. У меня все получится, и да. Да. У меня все получится, да. Показываем желание. Кто-то говорит, я здоровая. Да. Кто-то говорит, я мега вида себе. Я смелая, я дерзновенная. У меня все получается, я все могу. Да! И пошли по углям, пошли и со смехом. Там еще угольки такие красные после костра, а нам так классно, так понравилось, мы назад идем. А? И еще. О, молодец! Я молодец! Да! Лучший день! Лучший день! Да! Миру мир! Миру мир! Да! И побежали в обнимку со всем цыганским табором! О! Обняли всех! А? И позолотили ручку. И все вместе дружно всем табором. А? И берем угольки, да, и запускаем их, запускаем вместе наши желания, горящие угольки во Вселенную. Я все могу, да! Я птица красавица, да! Да, еще берем, берем, ничего мы не боимся. Я смелая, дерзновенная, да! Лучший день, лучший день, да! Ой, молодцы! И всех их приглашаем на волшебные упражнения, да? Всех приглашаем пройти, чтобы как можно больше людей улыбались, смеялись, закалялись, были сильными, были жизнерадостными, были счастливыми, да? Вдох. Еще раз набираем низ животика, вдох счастья, вдох радости. Выдыхаем благодарность этой вселенной, этому миру. И еще раз охапку счастья, радости, вдох. Задержали, погладили животики. И благодарность всем, всем в нашей жизни, кто был на нашем пути.
всем учителям, кого любим, кого не очень любим, всем благодарность, да. И сердечки вот такие друг другу в окошко.